Иероним Емелиани, святой римско-католической церкви, священник, основатель монашеской конгрегации, регулярные клирики Самаски. Биография. Иероним Емелиани был офицером Венецианской армии, когда Венецианская республика воевала с Камбрийской лигой, императором Священной Римской империи Максимилианом и королем Франции Людовиком XIII. Во время одного из сражений Иероним Емелиани попал в плен, содержался в темнице Кастельнуово, где испытал религиозное обращение. В 1518 году Иероним Емелиани был рукоположен в священника и стал заниматься пасторской деятельностью среди голодных, нищих и сиротах. Основывал сиротские дома в Бреша, Кома и Бергамо. В Вероне Иероним Емелиани основал дом для проституток и госпиталь. В 1537 году Иероним Емелиани умер во время ухода за жертвами эпидемии. Прославление Иероним Емелиани был беатифицирован в 1747 году римским папой Бенедиктом XIV. И канонизирован в 1767 году римским папой Пием XI. День памяти в католической церкви 8 февраля. Источник Клей Диетарт 2000. Das Grosshaus Buch der Heiligen Berisht und Legenden. Манчин, Патлок, СТР. От 78 до 82. Дач Ньюски, Джей Хейроним Емелиани. Энциклопедия католика, Т. 6. Лублин, 1993. СТР. От 856 до 857. 57.